Всем добрый день. Сегодня у нас 29 февраля уже. Вот. Да будь здоров. Правда говорю, 29 февраля. В общем, поставили сегодня домик на место, где он должен быть. Кто не видел, мы купили бытовку, чтобы кошаки у нас делились на два дома, так сказать. Вот. Вот здесь такая вот комната у них. 5,25 длина и 2,5 ширина. 2,25 ширина. Вот. Сейчас мы тут будем делать им, в общем, домик. Все дела. Потому что в один кошкин дом они не все заходят. Дерутся некоторые и прочее. Ну, в общем, ну и дополнительное место вообще надо. Что-то куда-то положить у нас некуда, потому что, ну, нет никаких таких строений. Вот. Посылочки у нас. Спасибо огромное девушкам. Марине, Лене, Ирине, Оле. Вот. За вот эти вот крутецкие посылки. Вот Ирина нам прислала. Лена прислала пеленочки, корм. Вот. Это я лампу заказала бактерицидную в новый кошкин дом. Старый есть. Теперь в новый надо. Еще, кстати, мы закроем кошкин дом этот на карантин. Многие чихать начали. Один вирус притащил. Вот. Другие подхватили. Ну, среди такого количества котов это обычное явление. Хотя у нас раньше такого не было. Но суть не в этом. В общем, будем закрывать. Там надо полностью все дезинфицировать. Там на недельку, короче, закроется. Ну, когда запустим новый дом. Вот. Также нам Марина прислала такую игруху. Арахис. Ой, будь здоров, Лена. Арахис. И вот такой вот крутецкий набор игрушек. Тут всякие разные игрухи. Что Прохи, что Кусику, что енотикам. В общем, будем делиться со всеми. Вот. И... А это тоже Лена корм прислала вместе с пеленками. И Оля корм прислала. Она каждый месяц 8 пачек присылала. Это что-то она прислала их 2 раза больше. Короче, вот такие вот закрома корма. Я не стала их уже в профилакторию заносить. Пеленки занесу, а корм поедет сразу в кошкин дом. Там у меня вот этот шкаф туда заедет, короче. И там он еще 2 тумбочки такие. Вот. Ну и будем... А, диван этот туда тоже, кстати, занесем. Вот. Такие вот дела у нас тут. Сейчас. Уже сидят, ужин ждут. Хотя бы. Девочка моя. Проха с Кусиком зашли. Потому что сейчас Айк пойдет гулять Арес. Арес? Ну, точнее, Кусик наезжает на Ареса. Нет, ты все сидишь, все. Так, не ходи по помытому. Помыла полы. Поднимала, вон этот обогреватель подняла. Вот. Эти кормушки, не эти, чтобы помыть нормально у них. Девочка сидит, я их с персиком закрыла, пока убиралась. Чтобы они не проскочили случайно у меня. Да, девочка моя? Чтоб случайно на улицу не плоскочили. Вот. Ну, там кошечка, мы ее от соплей лечим. Сидит вон она одна. Дегидратор у меня отдыхает. Ждет 2 марта поставка мяса с усоностей. Да? Вот. Обогреватель тоже поднимала, чтоб лучше все помыть. В общем, вот такие вот у нас дела. Да, Кус-Кус? Все, чистота и порядок. Чистота и порядок. Морда ты моя грязная. Глаза течь перестали. А все равно морда грязная. А этот вообще басурманин маленький. По верхам тут лазит мне. Только что цветы не поскидывал. Что моя хорошая? Что моя девочка? Умничка. А ты что, красотка моя? Красотка моя. Глазастенькая моя. Глазастенькая. Уже, кстати, чешется, гладится, не убегает, даже игралась чуть-чуть. Кс-кс-кс. Да?